Больше 10 школьников, госпитализированных на прошлой неделе с отравлением, выписывают сегодня из Мангыстауской детской больницы. Их состояние стабильное и уже не вызывает опасений у врачей. Дальше они будут получать амбулаторное лечение, комментируют в больнице. Двое детей, которых перевели из реанимации в палату, также чувствуют себя хорошо. Их выписка планируется в начале следующей недели. Напомню, 6 сентября за помощью к врачам обратились сотни детей. 98 учащихся были госпитализированы в инфекционное отделение детской больницы с симптомами пищевого отравления. Многих уже выписали домой. По словам родителей, в тот день дети поели в школьной столовой картофельное пюре и котлеты. В данное время у нас состоит 21 детей. На сегодня планируется примерно 10-15 детей на выписку. Состояние детей стабильное. Они получали основное лечение, антибактериальную терапию. Как начали антибактериальную терапию, на второй-третий день уже с улучшением состояния и состояния вывели. Дальше наблюдались в отделении и с улучшением отправили домой.